Сегодня у нас 29 июня 2018 года. Время уже где-то 12 час днем. Вот мы подъезжаем к железной дороге. Вот кто-то на машине обогнал нас. Вода написана. Он сперва проехал в сторону Потеряевки, потом развернулся и уже здесь поехал, видимо. И туда свернул. А Игнатий, конечно, решил посмотреть, как тут на железной дороге работают. Ему стало интересно. Я бы, конечно, лучше бы работал где-нибудь на огороде бы в этот момент. Поля. Вот. Копать запрещается, вон столбушки стоят. Значит, какие-то кабеля там, видимо, проходят. Ух ты! Это... Здесь везде нарыли. Все дороги перепортили. Вон какие-то тоже рабочие работают. Сейчас мы посмотрим, что они тут делают. Я их ждал тут несколько дней. Поезда прошли утренние, теперь до самого вечера поездов нету. Или отказались они. И они вот тут что-то ремонтируют. Тайны тут никакой нету. Это не закрытое совещание Государственной Думы. Ни зона государственной таможни, ни военные корабли, ни газовые. Говорят, что сейчас они не 16-12 метров, а очень длиннее рельсы. Намного. Может быть, длиннее шпалы. Ну, видно, что шпалы вон. Ой-ой, как бы не упасть еще. Вон, видно, что у них переодеваются. Ну да, шпалы возят. А насколько платформ много. Ветер встречный, не дает толком ехать. Ну, это по-нашему. Какие-то говенные бумажки валяются. Вон какой интересный кабинка ходит.
платформа. Это один, видимо. А он еще впереди, самый главный у них там. А наша Потеряевка виднеется. С этой стороны. У Алексея Устинова красная крыша. Ее хорошо видать издалека. Рабочие брали камни, пережигали, Потеряевку продавали и двести. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. 10, 11, 12. Ну, рабочих по около 20. Он маленько так, чтобы даже шевелится. Ну да, потихоньку движется. Пошла на пусть поснимать. Вон она пошла. Туда, с той стороны, пойди, дай. Так, это отсюда, чтобы не на солнце. Вон он выбегает как раз, смотри. Смотри, как они укладывают. Рабочие. Это настоящие мастера. Вот так. Готовые со шпалами все. Раньше бы никто этого не поверил. И шпалы не гниющие, а железобетонные. И вон наверху-то, видишь, он стоит. Вон прям на вон, на сетке. И там на той тоже стоит. Контролирует. Вот то, смотри направо, как у него там машет рукой. Вот я и хотел посмотреть. Это издалека-то не видно. Там машина какая-то идет еще. Надо отойти-то. Да. Вот как он вверх-то поднимает. Видишь, он отцепил, и это, а рельсы легли. А он теперь их поднимает. Поехали. Видно, вон деревянные шпалы валяются. Так, вперед налейка. Посмотри, как он это режется. Вон да. Он. Прямо по линии идет. Смотри. Покажи на тот поезд, который в колонне прошли. Труженики, чтобы аварии никакой не было. Что значит техника? Смотри, сколько там машин. А там бульдозер большой тянет. А это скрепер, грейдер. Вообще чудо. Вот техника. А тут, блядь, это, по-моему,
А вот твой дом родной. Прям который, вот это вот все. Спасибо. Это во что же обходится-то им техника? Видим, бульдозер какие большие кучи разваливает. Тут ремонтировали, видно, давно-давно. Полностью обновляют всю линию. Видно, как ободрали эту траву. Это ничего себе. А как же они так далеко с нужной доставкой? Да, по бокам-то. Наискосок. А вон потеряется. Вам. А вот твой. А дальше там вот крыша набала. Брёшен красный. А ты говоришь, не хотел ехать. А что они делают? Да кто его знает? Вот так накапливается знание. Человек должен всем интересоваться. Мы ходим разрешенно официально, рядом, погода хорошая. И мы тут, ну, не больше часа проедем. Говорят, нечего. Вообще-то надо с радостью это делать, чтобы знание было открыто. Вон они кладут. Видите, вот старые поднимают сюда. Они старые, видно, поднимают полностью. Вот так он шел. Впереди люди убирают, пишутся программы, а потом уже укладывают его. Понял? Вот старый такая. Видал, как молотом тащит. На этой дороге не было. Там машины стоят. Надо было там остановиться.
еще потихоньку до назад. Угу. Пойдем там, потом, может быть, даже вернемся. Уже краснеть начинаешь. Они, видимо, заранее прошли, разъединили все. Не знаю. Потому что они только поднимают и убирают. Ну, как заранее это может быть. Там впереди еще сколько. Я думал, они сбрасываются вниз. А там есть. Там местами встречается сброшено. Надо знать. Загрузили. А здесь сколько платформ? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11 платформ. А вон, видишь, он сидит-то какой, это высоко. Поближе приблизь его. Ему интересно. Видишь-то? А то у них на трассах... Ролики по тросам движутся он. Ну да. Вот, тросы по роликам. Да, там освобождается. Вообще здорово. Какая голова придумала. А вот тут притормаживает, его видно сдвигает. Видишь? Ну да. Маленько, а вон туда раз и назад.
Все, поехали. Там он еще пустая заготовка, на ее перекачаем. Потому что выйти-то нельзя, и нужно до вечера вот эти вот заполнить все. Это, видать, склады, вот это. Здесь вот посажена гречка. Она попроще. Раз пустые, значит они пустые будут перегонять на эти. Потому что, а куда девать-то? Они уже рассчитали, сколько сзади, вот они сзади у них куда доходят. Видишь, у них дежурная, там и там дежурят. Там подъезжали, мы красненький мужичок стоял, и здесь тоже караулят. Вот, а здесь сколько у него? Ну так точно есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну это что-то так, запасные разные железки. Это видно, аккумуляторы разные стоят. На 11 платформ. И эти теперь дальше с этим соединится, тот-то, и сюда их все сдвинет. Потому что набирать может только с одной стороны. Все, поехали. Давай помолимся. Господи, сохрани наше селение. Господи, слава Тебе. И эти поля брата Игоря защити и помилуй, и нас от всех желающих совершить злодейство. Благослови противников, ищущих сотворить пакости. Не дай им погибнуть, откроем свет Евангелия. Как радостно жить, творя добро, а не зло. Этих людей, Господи, благослови, чтобы здесь не было никогда аварий, чтобы люди жили дружно во славу Твоего имени. И наше селение защити и помилуй от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе, Господи, слава за все во веки веков. Аминь. Аминь. Да благословит Господь. Все. Когда-то, видимо, пожар был, обгоревшие березы стоят.
Это что, сейчас я покажу, где наша мама, там была пасека. Ага. Возле сот. Вот Геннадий такой палок и вспоминает, что я сделал качели, качал его, когда он был маленький. Ходи-ка. Тут маленько, сейчас проедем только. Очень хорошего шиповника. Целая плантация малины дикой. Здесь все сказать. Еще я не сбежал, это не знаю, куда. Вот она малинка. Я говорил, посмотри. О, пульса такая. А вот сюда можно ехать. Сюда пошли. И там я тебе покажу, будешь снимать сейчас. Пульса такая. О-о-о. Да. Не просто так. Что-то такое. Как ехать? Боже, помощь. Можно туда повернуть, и там дорога. А, вот она дорога. Комары какие, а? Все, вышли на дорогу. Ну, снимай. Посмотрим. Здесь пасека была колхозная, наверное, что-то ульев-то было. И главной пасечницей была Ксения Михайловна Шестобитова. Вот этот приезжает Геннадий Павлович, его мама и моя мама. А я тут приходил, мы там ночевали. О, подожди, они дорогу-то перепахали здесь, или как? Ее нету? А ну-ка попробуем влево. Не должно быть дорогу перепахать. Дорога настоящая тут была. В эту сторону уходит еще. Канал этот. Ой-ой-ой. Сколько подорожнику видно. Кроты, как обычно, нарыли тут. Просто не проедешь. Много было черных, крупных смородины, и никто не знал. А я когда учился в Корчине, я приезжал сюда и на велосипеде сюда уезжал, и внутрь заходил, и меня никто не видал. Сюда можно было поесть, пособирать, и никто не знал про эту смородину. Ты смотри, этим путем-то совсем не ездит в Корчине. В прошлом году еще тут дорога была хорошая.
Что ли пробило, вода схватывала, все. Вот тут мелкие подорожки. Осторожно. У тебя одна рука, как бы ты не упал. Непонятно, как ты глубоко. Колея, почему? Тут никогда трясения не было. О, сегодня яма. У нас тут свалку сделали, потеряли. Свалку сделали, да. Яма. Вот тут мы проезжаем мимо пруда, который называется Южик, это Фенский был. Прямо вот здесь вот. Вот. И тут делать сейчас лучше. Вот здесь вот, где березки. Дорожка, куда они вот какие вот подорожник поезд большой тут тоже. Вот здесь вы раньше картошку садили, да? Да, да, да. Здесь мы сажали картошку, когда колхоза уже не было, а мы в лагере были. Мы ее пахали или копали, не знаю. Может, кого-то нанимали раньше, приезжали. Кончики тут где-то сажали. Наши земли потерялись, все отошли к ним. Сейчас термочихи. Притом без документации, без всего. То есть так. Их надо этими земли. Вернуть потеряевку. А то они сделали так. Уже принято, там 300 гектаров отпущено было. А они сузили там чуть ли на 3 гектара. Ну, злодеи, злодейские, злодейские. Нас не пригласили, ничего. Иосиф строит, уже все, это только сломать. Он у нас, то есть, играет с землей и всем. Эти люди обязательно где-то будут в плену или что-то. Они ничего не понимают. Тухачевские, другие что сеяли? Что пожали? Все эти Рыкову, Бухарину. Вот лучшие книги в этом вопросе возмездия, чем архипелаг ГУЛАГ, кажется, ну не считая Библии, не было. Вот. Так, а труха-то не дает ехать. Слышь, она тонет. Вон у них, покажи. Да. Вот что мы там видим. Мы каждый раз, а что они там делают? Что-то меняют. Вот меняют. Не что-то меняют, а определенно мы видели, как меняют. Класс. Вон откуда мы захватили. Вот они где меняют. Они нас видели. Спросили про шпалы. Они нас спросят, что скажут, шпалы покупать. Они продавать будут. Или здесь засадил всю дорогу.
интересно, так легко было ездить, а сейчас упала туда труха-то. Зато меньше грязи будет. Грязи, наоборот, теперь больше будет. Потому что она не просыхает, как Люба там навалила. Надо дать просохнуть. Неделю жара стоит, а там сырость. Сырость. Первый дождь, она его сохраняет. И она поэтому там провалы будут. Это нет, это плохо. Мы это делали в лагере. Прикрыть. А как только солнце, мы сразу ее убирали. Вот трава накопанная. Ну никто не звонит, нас не ищут. Вот Иосиф в дом. Заезжаем в потерявку сейчас. Надпись была. Где она? Вот она. На территории деревни турист запрещается. Надо обломать все вокруг. Вот рядом ходит он 100 раз на дню, говорится. И не обломает еще. Без различия. Я страшно удивлюсь, потеряюсь этим жителям. То есть никому ничего не надо. Это причем ни копейки не стоит. Вот смотри. И уже по-другому выглядит. Надпись видно. А до этого не было видно. Сколько я портаю время? Вон, вверху еще. Вот, все. Ничего вообще не требуется. Просто быть человеком. Вот я проезжаю, вот он у вас ходит многократно в день. Ну почему не это? Вот у нас вот это еще тоже закрываю. Вот все. Уже дальше видать. Прямо вот отсюда. Все. Поехали. Где мы прошли, там всегда след остается. Дымок. Я уже говорил, бесполезно. Вот что не надо, на дорогу выбрасывать. Вот что такое валяется? Это что? Это вес. Вес потеряется. Вот десятки. Такие смешные. Бегают. Ой. Тут я с голубями. А тут направо ты с голубями. Ну что, давай поменяемся. Выключаю. Я свою игрушку, а ты мне свою. Выключаю, да? Да, выключаю. Все хорошо. Езжай на работу.
не пожалеешь никогда, что ты там был и снимал. Я бы один никогда так не снял, даже